общем, туда поставить. Составы метро отстаиваются в депо. Чтобы они исправно работали и доставляли пассажиров по месту назначения без поломок, составам требуется техническое обслуживание. Составы убираются, моются. Снимает напряжение. После обслуживания и осмотра составы на предмет поломок и очистки парковых путей от снежных заносов в зимнее время состав выпускают на линию, неважно день это или ночь. После красного запрещающего сигнала светофора загорается белый, разрешающий, можно выезжать на линию. Yeah.